Продолжение мучений Dark Souls Remastered. Шикарная выдержка стримера и прекрасные зрители. Это все, что нужно для замечательного марафона по этой игре. Ты, кстати, тоже не забывай заходить. Я сейчас стримлю на ВАЗде, ты все знаешь, ссылка внизу в описании. Приходи на стримы, буду рад каждый день. Расписание стримов в телеге. Hard Inside телеграм-канал. Ну что ж, нацепили мы с вами ботиночки. Я их не хочу трогать. 40 тысячами душ. У меня вообще нет никакого желания вообще никого трогать от слов совсем. Я думаю, что тапочки меня здесь сейвят прям. О боже, я глазам своим не верю. Здорово, отец. Четыре тысячи нужно. Четыре тысячи. И надо флягу. Я думаю, что вот так вот хватит. Спасибо, Витальсон. Спасибо, братишка. Причем я не юзаю эти души. Которые, ну вы поняли какие. Типа имбовые. Блять, не хватит чуть-чуть до 18 тысяч. Так, ладно. Таких гостей, как ты, у нас немного. Приветствую тебя в затерянном городе Анор-Лонда. Если ты ищешь старую крепость, коль тебя избрали высшие силы, тебе явится откровение. А что будет дальше, зависит от тебя. Конечно, усилить флягу. Плюс два. В чем дело? Кто я такая? Что ж, я хранительница костра. Если бы не я, кто бы зажег свет? Привратница и проводница, вот мое призвание. Могу тебе рассказать, какой был конец у предыдущей. Не сильно тебе понравится. Значится так. Там вот спуск. Меня интересует, что вот здесь. Мужики, не надо. Не надо, дядя. А там сундук? А там два сундука, и один из них мимик. И мимик, по-моему, правый. Ты гонишь, что ли? А, так. Да? Да не, прекрати. Косарь? Полтора куска сюда, Сережка. Иди сюда, мой хороший.
За полтора куска? Что ты? Что, что? Да, конечно, ёпт. Да. Блять, зацепил чуть-чуть. Сектор бан на барабане. А вот теперь у меня есть самый главный вопрос. Кто-то из них мимик? Скорее всего, вот этот. Блять. Да. Я, как всегда, прав. Нахуй идешь. Ух ты, сука, а. Ван Дам, блять. Рассчитано. Чего? Владеть этим оружием с длинным древком, сочетающим топор и копье, трудно. Алебарда позволяет наносить два типа ударов: выпады, как копьем, и широкие взмахи. Чего, блять? Кто? У, сука! Мерцающий. Мерцающий — это точно то. Нужен кузнец. Слушай, если такая, блядь, свистопляска, сейчас и те пиздюлятся, ребята, кстати. А, кристальное, да, говно, наверное, опять. Кристальное, ребята, это которая, блядь, хрупкость, да-да-да. Масан, спасибо за сабочку. Спасибо, брат, за поддержку. Так. Слушайте, а тут случаем эти сундуки не охраняли? Я что-то так подумал. Парни. А за вами сундук. Давай к сундуку просто пройду и все. Блять, как хорошо, что они по одному, а, выходят эти ребята. Потому что... Сука какая, а. Я тебе предлагал извиниться сразу. Второй в щиток я ему попал. Хера тут. Что-то вообще жестко. Давай уж тогда и тебя попустим. Слушайте, я не думаю, что они спаунятся. Я себе. Понял. Он типа не отходит? А-а-а.
Не, ну это очень серьезные ребята. А, так они еще и спаунятся. Представляешь, с какой скоростью здесь можно фармить? Если заморочиться. Ну да. Так, ну да ладно. Этот челик куда-то мне загораживает проход. Блять, дятела. Так, сейчас мы его попускаем, соответственно, проходим дальше. Да, фарм здесь что-то какой-то вообще, он, блять, запредельный вообще. Два удара, ребят, но у меня меч там какой-то вообще просто... Это вообще полная имба. Он, понимаешь, он меч как бы, ну, не сильно прям имба, а имба... Блять, не то нажал. А имба больше даже, знаешь что, не меч, а этот... Босс? Закрытой воле великого повелителя. Это, блядь, золотые ворота. Как он прокачивается, этот меч? Вот это реальная имба. То есть у него прокачка очень жесткая какая-то. Ну, то есть он, знаешь, типа 220, потом сразу 240, 260, 280. То есть, ну, прям имба-имба. Тех двоих не забрал, слушай, но... Типа... Нихуя вы, ёпта, гиперактивные ребята, блядь. Вы чё, черти? Слушай, они мне, в принципе, не нужны. Ну, типа... Качаться я сразу... Вы, блядь, из передачи «Веселый пекарь»? Или мне показалось? Они мне не нужны. Не надо, Кролл. Что тебе там, приснилось, что ли, что-то? Чё он там очканул так? Спонсорок я не знаю. Что он там? Спонсорок я не знаю, конечно, сколько, но 600, наверное, с копейками. Ага. Вот это реально прикол. А дальше-то куда? Допустим. Почему проход золотой? Может быть, это финал? И типа, чтобы дойти до финала, нужно сначала кого-то где-то накуканить? Ну, это логично было бы. Блять, красивая локация. Спасибо, ребят, что вас отслеживать добавляете. Бля, ну я думал, что-нибудь вкусное будет лежать. Блять, я вас помню. Ёб твою мать. Ух, сука. Блять, еще и быстрые. Ой. Ой, извини, пожалуйста. Блять, хвост отрубил. Я прошу прощения. Ой. Блять, сколько в тех хп? Ты чё, мать? И давай это того самого. Эр, тормози-ка давай.
А чё по хп у неё? Блять, я тебе скажу, тут такие стволы уже начинают падать. Короче, там куда-то проход. Сучий лабиринт, а? Куда? Что это вообще такое? Звук такой, блядь. Куда этот проход? Уважение. Вот это уважение, кстати. Вот это деду надо. Эй, ты чё там? Ролл что-то буянит. Здесь типа просто по кругу сделано. Не верю. Блять, а придется. Так, ладно. Пойдем дальше. Демон, спасибо, ребята. Спасибо за подписки. Чего? А, ролик на 16-й вкладке в тренде? Нормально. Куда, ёпта, прыгай? Вот сейчас вообще не понял, куда дальше. Назад? А куда там назад? Там прохода-то нет больше. Не верю, что назад. Где-то что-то здесь, я не досмотрел. Секунду. Это наверх. Не понимаю. Лестница, ребята, уже только что я там бегал. Спасибо огромное, доброй ночи. Блять, невидимый мост, ну такое. Ребят, ну типа, все, ГГ. Я не знаю, куда дальше идти. Да вверх мы сейчас выйдем, туда же. Мы же только что оттуда вернулись. Здесь прохода нет. Хотя... Блять, ну это то же самое. Понятия не имею. Назад надо идти. По балке слева от моста в ночь. Что, блядь? Какой нахер балки? Какой, не понимаю, где карниз. Ташира нет, значит, у тебя нету доступа. Значит, ты не подписан.
Блять, по левой стороне. Прыгнул, где лестница? Прыгнул. Слева карниз. Какой в пизду карниз? Здесь я упаду. Не может такого быть. Блять, ну не может быть такого. Балка с черепицей, я упаду, ребят, с него. Эта игра меня не перестанет никогда, наверное, удивлять. Жесть. Хорошо спрыгнул, молодец. А, да. Ага. Что еще расскажешь? Ну это вообще забейте. Да это, до этого реально додуматься. Я думаю, что здесь куча народу также парилась. Я не пойму, что за врачи. Не врачи, а какие-то типа ассасина, но это не ассасина, а какие-то непонятные чуваки. О, начинаются, блядь, танцы с бубном. Здесь сейчас, как всегда, кто-то захочет столкнуть, что-то кинуть, убить. Да-д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 а. Да-д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 а
Боюсь потом назад, блядь, не вернуться. Да не, не, брат, так не работает. Блядь. А вот надо бы было спрыгнуть-то. Сука. Суко. Окей, ну, по крайней мере, мы знаем, куда идти. Это уже хорошо. Рэббит, спасибо большое. Довольно просто. Слушай, но... Вот скажите честно, кто вот игру вот эту проходил, с первого раза вы этот проход нашли? Я уверен, что точно не с первого. Блять, ну точно не с первого. Это, ну, там, чтобы вкурить, это надо очень долго париться. Ну, мне кажется, что... Понимаешь, просто на вот эту балку, типа, ну, ты наступаешь, и ты понимаешь, что ты сейчас упадешь. Ну, я прям уверен, ты с нее, типа, соскользнешь, или как это правильно сказать? Я уверен, что гуглила просто дохера народу. Просто она, понимаешь, она не читается. То есть здесь все идет к тому, что ты с нее соскочишь. То есть, ну, соскользнешь, я не знаю, как это правильно сказать. Какие-то ложовые вот эти типы. Бля, мне кажется, вот мне кажется, здесь очень многие гуглили. Ну, не, ну с первого типа вряд ли, да, кто-то? Слушай-ка, подожди, а вот лампочка-то на цепи висит. А лампочка-то висит на цепи, может, по ней реально вдарить?
А? Спокойно. Надо, да, наверное, за ней прыгать. Бля, если я сейчас сам упаду, ну и хуй с ним. Картина какая-то, еще какая-то хуйня. На душу насрать, если сейчас... Там вот человечность. Вот человечность надо бы взять. Так, вижу с левой стороны пожилой сундук. Блять, метательный нож вообще говно говном. А, вот там вот вижу сундук. Блять, ну спрыгивать туда не хочу. Ну что, будем спамить? Я тебя понял. Блять, ну конечно. Сбегать, не сбегать, сбегать, не сбегать. А потом куда, если что? Вниз? Разбиваться? Как девка? Хер с ним, давай сюда пройдем. Может, костер найдем. Статуи подозрительные. Здесь, знаешь, блядь, проще сказать, что здесь не подозрительное. Ой, какая бабца какая красивая, блядь. Чё, дурак, задумал? Да еб твою мать, а! Ну давай еще. Так даже интереснее. Продолжаем наш разговор. Блять, в этом и есть весь Dark Souls. Я говорю, здесь может, знаете... познать энергию инь-янь, я не знаю, хуянь. Все энергии мира здесь сплетены, в принципе, воедино, вот в одном месте. Потому что, ну, это, блядь, это ненормально. Я просто удивлен, насколько разнообразные здесь механики. Это очень круто. Механики разнообразные в том плане, что вот он, они бьют, бьют. Я такой, знаешь, еще в самом начале говорю, что-то лохи какие-то. А потом просто те же самые мобы, они просто такие, слушай. А дай-ка я тебе пиздану такой комбиной, чтоб ты вообще прям удивился. Причем мобы те же самые, вообще без разницы. То есть вот эти вот комбинации, они, конечно, решают. Это очень круто. Очень-очень-очень круто. Вот человечность бы было забрать... Человечность бы забрать было, конечно, еще бы круче. Блять, но они реально похожи на ассасинов. Чем-то они похожи. Отстань, я занят. Мне там человечность надо забрать, там крала надо покормить. Давай без вот этих вот. Там, если что, метательные ножи, я уверен, лежат. Так. Да-да-да, тут 150 этих видов, блядь, энергии. Вот видишь, вот сейчас он бьет вот так. Блядь, а там он такой... С утра вот не с той ноги встал, говорит, слушай, дай-ка я ему... Пиздану не вот так, а вот по-другому. Все такие, а почему? А он такой, потому что. Типа, ну. Ну, просто потому что, блядь. В тот раз он клинки кидал, видишь, в этот раз он говорит, дай-ка я, как дебил, вот опять поспамлю.
Знаете, ребят, специально вот для таких вот мудил, как кое-кто, люди придумали вот такие вещи. Вот с такой, блядь, длиной. Для того, чтобы вас просто пиздить. А еще лучше, еще лучше. Это у меня здесь есть копьишко одно. Урон у него небольшой. Но дальность, блядь, поразит вас 100%. На те же грамли. Не, в тот раз я открылся, а в этот раз он прям заспамил. Он заспамил настолько жестко, что он мне аж, блядь, всю стамину выбил. И у меня перст открылся. Окей. Бля, надо мне было и копье вот это прокачать. На самом-то деле. Не-не-не, стой. Там было другое, блядь, копье. Есть крылатое копье. А есть какое-то мы там с тобой выбивали супер-мега... Копье пожилых молний. А ну-ка. Пойдем-ка. Оно мне, если честно, напоминает какое-то, блядь, копье из племени Тумба-Юмба, потому что на нем висит красная какая-то обмутка. Я не понимаю, что это, но... Факт остается фактом. И мне кажется, что вот это копье, оно, ну, не слабое. Сейчас мы его, блядь, проверим. Поехали, пацаны. О-о-о-о! Все как вы любите. Вот это заебись копишка. Ну давай, подходите. Вот единственное, что здесь, я бы здесь, конечно, щиточек-то достал. Потому что эти чудилы любят очень кидать разные свои, блядь, кортики, хуёртики и все остальное. У копья есть одна особенность, оно умеет делать вот так, блядь, за километр просто. А еще можно вот так вот им спамить. Просто как тварь последняя встал и просто блоком закрылся и спамишь. Ну, то есть просто вот встал, вот так тырк-тырк-тырк-тырк-тырк-тырк-тырк-тырк, блядь. Его надо прокачать. Нужно сходить, и вот эта копишка. Я сейчас посмотрю на его хрупкость. Вот он, видишь, вот он к тебе бежит, ты ему просто за километр, блядь. Да-да-да-да-да-да. Он там идиот, ты ему еще разок. На, ёпта. То есть, ну, все очень просто. Копье, вот, честно говоря, крайне ублюдский вообще вещь. Не-не-не-не-не, нихуя. А вот у пацана планы ведь были. То есть, ну, это, знаешь, такое вот оно. Я поэтому и говорю, как мы играли копейщика в Mountain Blade, когда за Россию я бахался, да? Вот лучник и копейщик. Чем был кайф? То, что у меня всегда был чувак ближнего боя, мечник. Блять, как он спамил мечом, вообще, конечно, как боженька. Я просто издалека как копьем пехотным так. На, сука, в глаз. Вроде немного, а обидно. Сука, в глаз. Он раз двуручный достает, я говорю, ну ты мой сладкий, иди, иди к папе. Ты вот что там встал? Ну давай, давай. Оп, по старой схеме, план банан. Обидно, да? Сучары, знаете. Куда этот проход? Что ты здесь охранял? Ну конечно, ничего, да. Ну, ты, блядь, что, серьезно, ничего? Сука. В смысле? В смысле? Чего? Какой меч? Живописный? А, ну он просто быстрый будет.
Быстрый легкий меч, короче. Так, проходим. Сундук я пропустил. Ну я вот и говорю, как со второй части вот эта ебатория. А где горгули? Поворачиваем. Да. Ага. О! Здорово, отец. Ты чё, роднуль? Чё не так с тобой? На, блядь. Вообще-то больно. О, какая-то золотая. У, сука. Ой-ой. Я не знаю, со... Ой. Прям щиты тут. Прям от души. От души. Открылся проход. Открылся проход, и, блядь, что самое интересное, открылся проход еще вниз. Вот куда вниз? Вот это вопрос. Это куда? В гребаное никуда или куда-то? Тоже какой-то механизм. Ох, ё... А! Я понял, где это. А сколько же у вас здесь мудаков, блядь? Нет. Пацаны, копья на всех хватит. А, я по 300. Ой, блядь. Слушай, что-то в этой лампочке не то. Что-то в этой лампочке будет очень-очень вкусное. Но, сука, что? Бля, почти. Это было близко. Я-то что умеешь? Ну, на. А еще. Блять, что? Джеки Чан, да, сука? Сектор бан на барабане. Блять, вот если их много побежит, вот это будет проблема. Ага. Это раз, и туда же второй. Ничего, нормально. Блять, дамажут они неплохо, я скажу вам по секрету. Неприятно дамажут. Дурак неумный, а. Допустим. Блять, что ж они охраняют? Что в этой лампочке, а? Сука, не дай бог, там какой-нибудь клинок, блять, будет обоссанный. А, оно так и будет. Здесь не шкура жопы дракона, блядь. Ну нахуй. Какая в пизду магия, а? Блядь, какой дерзкий, а. Я таких люблю. Ёпта. Копье очень круто зонит. Вот это у него не отнять. На нахуй в лоб. Кортик, блядь. Даже два, по-моему, залетело. Копье очень сильно зонит. Вы сучонок, а. Давай. Там было что-то в конце. Что? Что было, блядь, в конце? Ой, хорошо зашло. Еще лучше. Видишь, что она делает, копье? Такое. Очень неприятная вещь. Вот что там лежит? Блять, что же там лежит? Это получается... Это что-то... Дефалось таким количеством народу. Что?
Братики, ну тут сейф. Сет целый. Причем... Смотри, какая-то отсылка. Знаете, на что похоже? Властелин колец, когда брат Гэндальф, это помните этот с зайцами? И в башне-то они кого-то пошли, какого-то некра, что ли, оживлять? Что-то, блядь, такое есть. Радагаст, да-да. Блядь, устройство не поддается. А что если дернуть рычажок? А? А что если дернуть рычажок? Может быть, это отсюда и есть рычаг? А? Если что, назад дернем. Опа! Сука, устройство не поддается. Значит, рановато. Блять, что-то за этой картиной. Но что? Мы ее запомним. Она, получается, во второй зоне находится. Окей. Интересно. Хорошо. Так, предлагаю пойти дальше исследовать. Слушайте, пока очень хорошо идем. Блять, это прям похоже на какой-то... Сука, вот это что-то живое. Блять, не пойму, что это. Сука, устройство не поддается. Какого х... Меня типа не слышит? Не-не-не, у меня одежда топовая, ребят. Вы что, у меня эти лохмотья мои? Блять, это явно проход куда-то. Какое-то очень серьезное местечко. Хорошо, ты развернулся, дядь. Да-да-да. Очень неплохо. Ёпта. Я же успел. Алле. А-тя-тя. Ну, блядь. Кажу сейчас. Алебарда, браток, у тебя, конечно, шикарная. Жесткий, жесткий типок. Чтоб не заруиниться, буду прям отпиваться до фула. Раз. Блять, чуть зацепил. Да ёб твою мать, а, ну, игра, ну, прекрати. А, ну, видишь. Ну, тоже не сладко приходится. Всё, дружочек. Москва конечная. Вот эти шныри, что-то охраняют. Здорово, отец. Это с рояля ты, блядь, не можешь. Это другое дело. А если в две ручки взять, так вообще можно опиздюлить нормально. С этой стороны не открыть. Двери, конечно же, тоже мы не откроем. Заперто с помощью устройства. Ну, блядь, я даже другого и не ожидал. Так. Там сидят ребята. Они ничего не охраняют. Я туда не пойду. Типа они, блядь, просто сидят. И здесь сейчас будет закрыто. Так. Уже, блядь, очень интересно становится.
Парни, я только сюда вижу. Блять, бодро спамишь, неплохо. Очень неплохо. Что он мне даже, блять, мой этот пробивает. Хочу отметить, пробивает мне мой щит, блять, на 100%, который. Ага. Давай, сынок. Что-то они охраняют. Да, три горгули просто так не поставят. И плюс проход один. Попробуем. Шара не прокатила. Нихуя. Неплохо. Еще есть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, сильно он. Сильно они. Не устал, блять, одним и тем же там мудак спамить. Что такой, блядь? Утырок-то. Серьезные ребята. Он молниями, да, пробивает стихии просто. Охраняете вы, братики, проход. Я там-то увидел. Думаешь, нет прохода? Я не понял, откуда, но откуда-то по мне сейчас стреляют. Судя по всему. Сейчас было очень тонко. Пока не пойму, откуда и кто. Да дроп, да хер с ним. Ох, блядь. Ёб твою мать. Пиздец. Там еще эти. Кто-то упал. Знаю кто. Блядь, ну иди нахуй, а. Кто? Откуда, блядь, кто стреляет? Откуда? Кто? Сука. Ладно. Интересное направление. Но мы знаем, куда идти. Все там входы, выходы открыли. Значит, сейчас бежим по прямой. На горгуль. Блять, надо было до Талова с ними махаться. Все у нас для этого было. Слушайте, ну пацаны здесь серьезные. По три удара за горгулью, конечно. Кстати, мы знаете, куда я только сейчас задумался, куда мы точно можем с вами пройти? Точно с вами пройти мы сможем. Помните, где некроманты были? Вот где были некроманты, мы стопудово можем пройти. Сори, время, завтра на работу. Пожалуйста, скажи спасибо просто. Мужик, тебе вообще огромный респект, огромное спасибо. И, блядь, просто спасибо за то, что ты меня смотришь, за то, что ты меня поддерживаешь. Конечно, от души вообще. Спасибо тебе и от всего чата. Мое почтение. Спасибо, что забежал. Хорошего завтра дня. И там, кто меня знает, тоже с Высоковска, ребята. Все остальные тоже привет огромный. Соседи наши. Мои. Пацаны поддержали тоже. Да, это если что, человек задонатил. Этих можно, наверное, обойти, да? Думаю, что их можно просто вот так вот обойти и все. Блять, ну вы же сюда не пойдете, ребят. Пробежать похуй вообще. Я понял.
Пол хп, бля, как хуем сдуло. А, не кидают это копье. Я думаю, бляди, как они это делают. Что за прикол? Блять, заспамят, суки. Оттуда еще, блять, прилет. Ёб твою мать, сколько там? Миллион, миллиард, блять, копий. Пиздец там. Бать, они нас спамливают, блять. Вообще без шансов. Я не представляю, сколько их там стоит. Вообще не... И самое главное, куда дальше здесь идти? Я до них-то дошел. Но куда идти? Ха. Слушайте, ну, куда идти дальше, я думаю, мы увидим уже в следующей, да, наверное, серии. Очень интересно. Очень хорошо, очень интересно, но пока нихера не понятно. Надо там всех разматывать и прям аккуратненько идти. Но вход мы нашли, а это значит, что новые серии не заставят себя долго ждать. Ребята, от души, что наставили меня на путь истины, все эти соус-лайки заново начать проходить. Мое первое прохождение, ремастер, и уверен, дойдем и до второго, и до третьего, и так далее, и тому подобное. В общем, ставьте лайк. Надеюсь, вам эта рубрика нравится. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем добра, пока. С вами, как всегда, был я, Леха Харт. Встретимся.